Едем вот так вот на рыбалочку. Вчера на микролитражке были тяжело, на микролитражке, на крепке получше. Вот. Приехали на старое место, где вчера взяли хорошую большую чехонь. Ждем. Вот. Самый главный рыбак, который больше всех рыбами между ловит. Ох, какой хороший развод вообще, это, наверное, красавец какой-то. Ловим дальше. Вот, пошла поклевка у него, малыша какая-то. Зачем ты такой маленький? Блестяшка какая-то. Смотрите, уже даже зажились, уже перебирает рыбу. Научился ловить и все. Выбрасывай, маленький. Выбрасывай, да. Да, выбрасывай. Вот, выбросил. Отпустил. Что сошел окунек прям такой просто дебелый, как бы приятно уже и тянуть на удочку. Ждем следующей поклевки. Вот. Опять тишина. Вот. Ждем поклевок. Мелкие есть. Вот там вот такие разводы прям хорошие. Кого-то гоняет. Маленькие-маленькие разводики. Поклевок опять. Вот. Ой, всякий карася подошла. Окунек гоняет его еще. Перелотище маленькое. Разводики. Опять такая же блестяшка. Ну бери, да, уже. Все равно здесь пруди коту.